ее найти? Конечно, потому что так не делается. А вы успели запомнить номера? Нет, они засыпаны снегом были. Вот, а тут вот кто-то сказал из очевидцев, что женщина была беременная. Да, вы... это вот парень, который сейчас в машине. А он кем приходится ей? Никто, он тоже очевидец такой же. Только он здесь где-то ближе стоял, я вон там в стороне. Так она, значит, выходила из машины, нет? Да, она не выходила даже из машины, она вот проехала туда. Ее развернуло, она в карман вот возле банка залетела. И все, постояла секунд 5. Посмотрела на это все, что человек лежит уже. И все, и дальше поехала. Скажите, она примерно сколько метров протащила вот метров машину? Метров 5 точно, под низом машины. Ну, ребенок-то не пострадал, ребенок да? Ребенок не пострадал, женщина что-то там.